Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим упражнение для шейного остеохондроза. Упражнения, на первый взгляд, будут легкие, может кому-то покажутся тяжелые. Но мы их отработаем, разъясним каждое упражнение, как правильно делать. Начнем. Показываю упражнение. Раз. Идет, отклоняем голову назад. Возвращаемся в исходное положение. Поворот влево. Поворот вправо. Сейчас будет чуть посложнее. Полукруг влево, вверх. Все делаем мягко. Не дергаем. Полукруг вправо, вверх. Вниз. Для этого подтягиваем бородку и скользим по грудине вниз. Вниз. Возвращаемся в исходное положение. Полукруг влево, вниз. Полукруг вправо, вниз. Вверх. Влево. Вправо. Полукруг влево, вверх. Объясняем полукруг влево-вверх. Почему он называется влево и почему полукруг? Представляем, что здесь у нас кончик карандаша. И мы рисуем вот такой полукруг влево. Вот он. Также, если смотреть это упражнение, получается, что правое ухо тянется к правому плечу. Еще раз показываю полукруг влево-вверх. Начинаем с исходного положения. Вот оно. Возвращаемся обратно. То же самое и справа. Полукруг вправо-вверх. Вот. Левое ухо тянется к левому плечу. Возвращаемся в исходное положение. Давайте еще раз попробуем. Полукруг вправо, вверх. Вот так. Стянем хорошо мышцы шеи. Все упражнения делаем с расслабленной спиной. Все мышцы расслаблены. Все движения должны быть плавными, осознанными. Дальше вниз. Да, вспоминаем. Подтягиваем бородку к себе и вниз. Голова как бы входит в плечи. Вот так. Возвращаемся. Также этот комплекс упражнений способствует для улучшения работы щитовидной железы. Полукруг влево, вниз. Вот. Как правильно делать полукруг влево, вниз? Предположим, три точки. Первая точка – борода. Вторая точка – плечо.
И третья точка, часть груди нижняя. И рассматриваем упражнение. Полукруг влево-вниз. То есть мы бородкой идем к плечу, доходим до плеча и дальше идем вниз. Отсюда, снизу, возвращаемся обратно. Возвращаемся через плечо и в исходное положение. Давайте еще раз попробуем. Полукруг влево, вниз. Полукруг влево, вниз. И отсюда возвращаемся в исходное положение. Вот так. Очень хорошо. Полукруг вправо, вниз. То же самое, да? Через правую сторону. И пробуем. Возвращаемся в исходное положение. Давайте попробуем еще раз. Полукруг вправо, вниз. Вот так. Этот комплекс упражнений называется «Бессмертный рис». В Китае говорят следующее. Кто будет выполнять это упражнение хотя бы один раз в день, то будет жить много лет. Да. Давайте повторим все заново, комплекс. И вверх. Возвращаемся в исходное положение. Поворот влево. Поворот вправо. Полукруг влево, вверх. Переходит плавно в полукруг вправо, вверх. Вниз, подтягиваем бородку и вниз, возвращаемся в исходное положение, полукруг влево-вниз, плавно переходит в полукруг вправо-вниз. Вот этот целый комплекс, его надо выполнять 9 раз. В следующем видео мы выполним все 9 раз, с начала до конца. До встречи!